Лебедь-шипун – это крупная белая птица с длинной и с изогнутой шеей, относится к семейству утиных. Лапы черные, птенцы и молодые птицы в первый год жизни грязновато-серого цвета от кончика клюва до лап. Абсолютно белый цвет молодежь приобретает только к 3 годам. Половые различия в основном в размерах, самцы крупнее. Лебедь-шипун – самая тяжелая летающая птица. Вес крупных самцов может достигать 14 килограмм. Рекордсменом является самец весом в 25 килограмм. Правда, не уточняется, мог ли он летать. И для того, чтобы взлететь, лебедям нужно достаточное водное пространство для разбега. Поэтому очень часто птицы не могут улететь с небольших городских водоемов. Его ближайшими родственниками являются черношейный и черные лебеди. Первый родом из Южной Америки, второй австралиец. Наши евразийские виды лебедей – это кликун, трубач и малый лебедь. Что касается голоса шипунов, то они не только шипят, а еще могут издавать другие звуки, которыми пользуются в общении между собой. Это хрюканье, хриплый свист и фырканье. Еще одним определительным признаком шипунов является характерное хлопанье крыльями в полете, которое является уникальным для вида, и его можно услышать на расстоянии до 2 км. В настоящее время лебедь-шипун живет в Северной Америке, в Австралии и ряде других стран. Шипун – весьма популярная декоративная птица в птичьих питомниках. Сейчас шипун находится под охраной практически во всех странах. Лебеди – это преимущественно растительноядные птицы, и только в рационе птенцов могут встречаться различные насекомые и моллюски, так как растущему организму необходим дополнительный животный белок. Корм они собирают как с поверхности воды, так и на глубине, благодаря своим длинным шеям. Они полностью не ныряют, а погружают в воду переднюю часть своего тела, а на поверхности, как поплавок, торчит хвост и лапы. Иногда шипуны могут выходить, как гуси на зеленой лужайке, и щипать травку. Половозрелыми шипуны становятся на 3-й или 4-й год своей жизни. Именно в это время они формируют постоянные пары. Эти птицы абсолютно моногамны. Партнер у них может поменяться только если погиб предыдущий. Шипуны верны не только друг другу, но и месту, где они выводят потомство. Даже гнездо весьма внушительных размеров используется в течение нескольких лет. Гнездо строится обоими партнерами из тростника и прочей растительности, а потом каждый год ремонтируется по необходимости. Обычно яиц у них 5 или 9. А если размножение у пары первое, то в кладке может быть только одно яйцо. Яйца высиживает самка в течение 36 суток. Выводок становится летным только через 3-4 месяца после вылупления. Шипуны в период размножения становятся крайне раздражительными. Как и к сородичам, так и к птицам других видов. Бывает, что в этот период с водоема, где гнездились лебеди, могут исчезать все водоплавающие птицы. Шипуны в среднем живут 16-20 лет.